Не детский вопрос. По поручению губернатора до 4 июля все детские площадки должны быть приведены в нормативное состояние. Качели, песочницы и домики должны отвечать всем нормам безопасности, предъявляемым к этим объектам. Наша съемочная группа побывала в Балашихе и убедилась, что по-прежнему детям играть в городе негде. Ирина Антонцева с внуком Димой в родном дворе играют редко, негде. Деревянный домик вот-вот развалится, на металлическую горку страшно залезать. Покачавшись на старых деревянных качелях, бабушке внука пришлось уводить домой. Ребенок испугался собак, которые лежали прямо в песочнице. Поиграть нам с детьми негде. Площадки у нас не обустроены, нет ни горок, ни песочниц. В песочницах спят собаки. Скамейки все поломали. Пьяницы, которые собираются вон около соседнего дома, там винный магазин. Рядом с площадкой заброшенная стройка. Это, пожалуй, единственное место развлечений местной ребятни. Родители боятся отпускать детей гулять одних. Опасно. Вот ребенок у меня полез. Ну, как все мальчишки. Это как правило. Что они всегда лазят. Это интересно. Стройка, все котлован. И что получилось? И что из этого вышло? Вот. Это было, да, ужасно. Что произошло? Он полез под рваный забор, под железный. Приходит, все разорвано. Ну, конечно, бегом-бегом в этот самый, в травмпункт. Все нам ставили, но ужасно. Я ненавижу эту, говорю, вот эту вот яму. А это место на Ленинском проспекте мамы с колясками обходят стороной. Детей здесь не увидишь, зато площадку облюбовали любители выпить. Здесь всюду валяются пустые бутылки и окурки. Все постройки поломаны. Детская площадка, которая находится в самом центре Балашихи, опасна для жизни. Вот эта деревянная крыша, очевидно, со старой сломанной конструкцией, ни на чем не держится и в любой момент может отсюда упасть. Следующий адрес – улица Солнечная, 8. Говорят, в этом доме прописан высокопоставленный чиновник. Но, очевидно, и это не играет никакой роли. Площадка во дворе этого дома ничем особо не отличается от других таких же построек. И когда она и десятки других будут приведены в порядок, власти сказать не могут. Сейчас готовятся предложения, расчеты для включения в бюджет на 2013 год городского Балашихи для того, чтобы на содержание и ремонт данных площадок. К проблеме детских площадок пытается привлечь внимание общественности блогер Вячеслав Загатин. На своей страничке в интернете он рассказывает, что площадки по сути ничьи, поэтому и находятся в таком состоянии. На сегодняшний день в городском округе проблема в том, что ни за кем не закреплены эти площадки. То есть они являются бесхозными. То есть хотя власть и говорит о том, что эти площадки за все закреплены за управляющими компаниями, мы видим, по сути дела, что на сегодняшний день управляющие компании их не обслуживают должным образом. Выход Вячеслав предлагает простой – найти хозяев площадок и на каждый из них поставить информационные аншлаги, как это сделано в Москве, где будет написано, с кого в случае необходимости можно спросить о состоянии горок и качелей. Роман Зелоев, Максим Казаков и Дмитрий Чумаков. Новости Подмосковья.